Я сейчас на даче с вот этой вещью. Работаю потихонечку, пишу посты всякие. Конечно, чуть-чуть грязненько, но в целом за ноутбуком ничего не видно, поэтому нормально. Сейчас буду готовить пасту с креветками, помидорами. Соус будет со сливками, еще с соевым соусом смешаю. А макароны у меня будут вот такие. Горилла фетучини. Вот что пока что получается. Я знаю, что выглядит пока что не очень аппетитно, но пахнет вкусно. Я уже все добавила, то, что нужно. Сейчас они немножко потомятся. И уже буду добавлять сначала соевый соус, а потом сливки. И буду ждать, пока это все загустеет. И получится вот такая вот заправка под пасту. Получилось очень вкусно, поэтому рецепт я оставлю в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на него и готовьте такую же вкусную пасту. Снять один шортс. Здесь я уже написала текст для озвучки. Наверное, вы этот шортс уже видели. Я надеюсь, что все-таки он залетел. Сейчас я не знаю, потому что только буду его снимать. Еще я сделала небольшую перестановочку. Вот эту штучку переместила отсюда и поставила сюда свечку. Мне кажется, так выглядит гораздо лучше. А еще мне нравится, как здесь все сочетается. Такое все розовенькое, милое, классное. Вы, наверное, мне не поверите, но я решила возобновить свой итальянский. Спустя год, наверное, даже больше. Перед ЕГЭ я учила итальянский. Вот такая у меня была тетрадочка, она давно не появлялась у меня на канале, но тем летом я очень активно учила итальянский, и вот столько я все исписала за 3 месяца. Сейчас хочу все вот это повторить и пойти дальше по видеоурокам, те, которые я смотрела. Thank you.
вот, знаете, листаю эту тетрадку и прям вспоминаю, как я все это писала, изучала. И сразу даже так проще запоминается и вспоминается снова. Я нашла Duolingo, вспомнила про него снова. Смотрите, его заредизайнили. И теперь тут есть и чтение вот в этом пути, и куча всякого разного. Вот у меня сейчас 2 июня тут остался. Я давно не заходила, это все я прорешивала, когда начинала учить итальянский в далеком 2021 вроде бы году или 22. И хочу вспомнить основную грамматику, ту, которую я прошла, именно благодаря упражнениям, потому что так гораздо проще вспоминается. Если кому-то интересно, как я изучала итальянский тогда, я смотрела видеоролики с вот этого канала. Вот так он выглядит. Но, к сожалению, там давно ничего уже нового не выкладывалось. Очень жаль, я бы, конечно, продолжила, наверное, по вот этим урокам заниматься, потому что они быстрые и классные. И также я начинала еще с Duolingo, как я уже говорила. Тут я нарешивала упражнения, плюс у меня еще были электронные учебники, написанные на итальянском. И вот с ними было, конечно, работать очень сложно, потому что у меня был низкий уровень самого языка, а там все написано на итальянском. И теория, и упражнения объяснялись на итальянском. Вот это было сложно. Поэтому я очень любила заниматься на Duolingo. Если что, у меня сейчас там стоит на английском языке, поэтому на русском Duolingo вроде бы нету итальянского, только испанский. И вот эти вот видеоуроки чисто для теории. Всем привет. Я немного замерзла. У нас сейчас по прогнозу дождь. Поэтому я взяла плед, накинула его на плечи, и теперь я сижу такая большая, кажусь немного, но это просто плед толстый. Я уже выложила видео на канал. Сегодня попробовала выложить немножко пораньше. И вроде бы статистика получше стала. Просто я так подумала, что, наверное, сейчас у многих каникулы, и было бы вам удобнее смотреть видео днем, а не ближе к вечеру. Поэтому выложила не в 16:00, а в 13:30, по-моему, точно не помню. Но у меня уже, мне уже нужно снимать следующее видео. Плюс у меня куча других дел. Нужно будет еще картину по номерам сегодня пораскрашивать. В автошколе позаниматься. Кстати, да, смотрите. Я начала заниматься в автошколе. Это такой прикол, конечно, на самом деле. Я уже 3 урока полностью прошла. 3. И у меня уже следующее занятие — это запрещающие знаки. Вот, но на самом деле тем там много. Мне еще нужно сделать медицинскую справку, которую я не хочу делать, потому что не люблю ходить в больницы. Кроме стоматологии, конечно. Нужно будет, наверное, сейчас еще вот этот урок посмотрю в автошколе. Что удивительно, я настолько ленивая, что я не хочу ходить очно на занятия, поэтому я взяла другой тариф и прохожу все онлайн. Поэтому я тут всякие тестики, плюс я скачала себе приложение, где билеты по ДД, 23-й год. А потом буду картину по номерам раскрашивать, покажу вам ее заодно. Там уже много готово, потому что я прям залипаю. И это для меня, картины по номерам, это такая релаксация, и это идеальный пример прокрастинации для меня, потому что я настолько залипаю, что я начинаю сама с собой торговаться. Ну, сейчас еще один цвет порисую, сейчас еще один. И так я просто могу 5 часов в день сидеть и раскрашивать, и потом такая смотрю, а уже все готово. В общем, сейчас автошкола, потом раскраска. Thank you.
я тут тест проходила. Ну, видно, да, что параллельно, потому что очень много ошибок. Тут вообще подряд 6 штук идет. И тут надо сейчас 2 вот этих вот дорешаю, или 3, сколько здесь. И потом еще раз прорешаю все вот это, и буду экзамен по теме проходить. Наконец-то я это сделала. Мне понадобилось 4 раза перепроходить этот тест, запоминать каждый вопрос и ответ на него. Ну, не все, конечно, но вот те вот, которые для меня сложные. Я это сделала. Поэтому теперь мы будем проходить экзамен, и он на время. А почему на... А, все, 20 вопросов и, короче, по минуте на каждый. Итак, я справилась за 2 минуты, и у меня одна ошибка. В том задании, где стрелочкой просто помечено место остановки до знака. Я эту стрелочку не увидела и подумала, что ну, это место подразумевается, что после знака, и тогда нельзя там останавливаться. И, в общем, выбрала поэтому неправильный ответ. У меня уже 5-я тема сейчас будет. Не помню. Нет, 6-я, представляете, уже 6 тем. На самом деле их тут нормально. Их тут много. Ну а сейчас буду рисовать картину по номерам. Вон она у меня стоит, красоточка. И для этого мне нужно поменять будет вот эту воду. Это со вчера осталось. Краски достала. Цвета тут, конечно, такие поинтереснее, чем у меня было на той картине, если кто помнит. Буду сейчас рисовать. Мне кажется, что это надолго. В общем, вот такая у меня картина. Здесь будут такие пионы и шея, и плечи. Здесь нужно будет докрасить фон в уголке. И в целом она готова. Если что, мы с мамой покупали их как парные. У меня были такие с белыми пионами. Будем сейчас доделывать. Я решила пойти слева направо, просто потому что так удобнее, чтобы не мазалась рука. Потому что в тот раз я красила абсолютно на рандом. Просто вот какой мне нравится цвет, такой брала и красила. Тут. И поэтому у меня постоянно руки были грязные от этого. Поэтому в этот раз я решила пойти по-другому и просто слева направо начать равномерно красить. И вот так у меня получается. Решила, что буду смотреть видео Фернанды, заодно повспоминаю английский. И начинаем рисовать. Очень, но на камере выглядит классно. На фоне еще Фернандо говорит. Выглядит очень круто. Вот я сейчас смотрю через камеру, и мне прям нравится. В жизни выглядит чуть-чуть, ну прям видно, что это пятна, а на камере прям такая цельная картина. Я уже вижу, что вот здесь будет еще бутончик, вот тут вот, и где-то там тоже будут цветы, но самый главный, наверное, вот этот. Ну тут не видно вообще пока что ничего, видно только цветы. И вот здесь я начала рисовать тени. В общем, классно.